Сергей Михалков. А что у вас? Кто на лавочке сидел? Кто на улицу глядел? Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря просто так: а у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость, а у вас? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только улица немножко. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар. Нам купили синий-синий, призеленый красный шар. А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. С лесенки ответил Вова: мама летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы инженеры, а у Лёвы мама повар. Мама летчик, что ж такого? Всех важней, сказала Ната, мама вагоновожатый, потому что до зацепы водит мама два прицепа. И спросила Нина тихо: разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолет. Это очень хорошо. Повар делает компоты. Это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны. Дело было вечером, спорить было нечего. Про девочку, которая плохо кушала. Юля плохо кушает, никого не слушает. Съешь яичко, Юлечка. Не хочу, мамулечка. Съешь с колбаской бутерброд. Прикрывает Юля рот. Супик? Нет. Котлетку? Нет. Стынет Юлечкин обед. Что с тобой, Юлечка? Ничего, мамулечка. Сделай, внученька, глоточек. Проглоти еще кусочек. Пожалей нас, Юлечка. Не могу, бабулечка. Мама с бабушкой в слезах. Тает Юля на глазах. Появился детский врач Глеб Сергеевич Пугач. Смотрит строго и сердито. Нет у Юли аппетита? Только вижу, что она, безусловно, не больна. А тебе скажу, девица, все едят, и зверь, и птица. От зайчат и до котят все на свете есть хотят. С хрустом конь жует овес, кость грызет дворовый пес, воробьи зерно клюют там, где только достают. Утром завтракает слон, обожает фрукты он. Бурый мишка лижет мед, в норке
ужинает крот. Обезьянка ест банан, ищет желуди кабан, ловит мошку ловкий стриж, сыр швейцарский любит мышь. Попрощался с Юлей врач Глеб Сергеевич Пугач. И сказала громко Юля: «Накорми меня, мамуля!» Если мы сидим и смотрим в окна, тучи по небу летят, на дворе собаки мокнут, даже лаять не хотят. Где же солнце? Что случилось? Целый день течет вода. На дворе такая сырость, что не выйдешь никуда. Если взять все эти лужи и соединить в одном, а потом у этой лужи сесть, измерить глубину, то окажется, что лужа моря черного не хуже, только море чуть поглубже, только лужа чуть поуже. Если взять все эти тучи и соединить в одну, а потом на эту тучу влезть, измерить ширину, то получится ответ, что краев у тучи нет, что в Москве из тучи дождик, а в Чите из тучи снег. Если взять все эти капли и соединить в одну, а потом у этой капли ниткой смерить толщину, будет каплища такая, что не снилась никому и не приснится никогда в таком количестве вода. Котята, вы послушайте, ребята, я хочу вам рассказать. Родились у нас котята, их по счету ровно 5. Мы решали, мы гадали, как же нам котят назвать. Наконец мы их назвали 1, 2, 3, 4, 5. Раз котенок самый белый, 2 котенок самый смелый, 3 котенок самый умный, а 4 самый шумный, 5 похож на 3 и 2. Те же хвост и голова, тоже пятнышко на спинке, также спит весь день в корзинке. Хороши у нас котята, 1, 2, 3, 4, 5. Заходите к нам, ребята, посмотреть и посчитать. Как старик корову продавал. На рынке корову старик продавал. Никто за корову цены не давал. Хоть многим была коровенка нужна, но, видно, не нравилась людям она. «Хозяин, продашь нам корову свою?» «Продам, я с утра с ней на рынке стою». «Немного ли просишь, старик, за нее?» «Да где наживаться? Вернуть бы свое!» «Уж больно твоя коровенка, куда?» «Болеет проклятая, прямо беда!» «А много ль корова дает молока?»
дамы молока не видали пока. Весь день на базаре старик торговал. Никто за корову цены не давал. Один паренек пожалел старика. Папаша, рука у тебя нелегка. Я возле коровы твоей постою, а вось продадим мы скотину твою. Идет покупатель с тугим кошельком. Вот уж торгуется он с пареньком. Корову продашь? Покупаю, коль богат. Корова, гляди, не корова, а клад. Да так ли, уж выглядит больно худой. Не очень жирна, но хорошей удой. А много ли корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. Старик посмотрел на корову свою. Зачем я, буренка, тебя продаю? Корову свою не продам никому. Такая скотина нужна самому. Рисунок. Я карандаш с бумагой взял, нарисовал дорогу. На ней быка нарисовал, а рядом с ним корову. Направо дождь, налево сад. В саду 15 точек, как будто яблоки висят, и дождик их не мочит. Я сделал розовым быка, оранжевой дорогу, потом над ними облака подрисовал немного. И эти тучи я потом проткнул стрелой, так надо, чтоб на рисунке вышел гром и молния над садом. Я черным точки зачеркнул, и означало это, как будто ветер вдруг подул, и яблок больше нету. Еще я дождик удлинил, он сразу в сад ворвался, но не хватило мне чернил, и карандаш сломался. И я поставил стул на стол, залез как можно выше, и там рисунок приколол, хотя он плохо вышел.